свитой выехали уже. Время у нас 4 часа. 3:57. Да, 3:57. Всем доброе утро. Доброе утро еще раз. Там занято, ага. Добрались свитой. И местечко наше попалось опять. Нам никто еще не занял. Ой, а вода как ушла. Это не очень хорошо. Здесь хорошо, когда вода прибывает на Днепре. Сейчас еще вот эти ветки пообламаю, чтобы не мешались. Ой, комаря грызут, а я еще в футболке. Сейчас кофту одену. А у того парня, вон, видите, вдалеке светится. Тоже сюда места занимать, а мы его обогнали. Так что он тот парень, что мы его обогнали. Так, засыпем. Прикормочки приготовим. Высыплю всю пачку, добавлю сюда нашего гороха. О. Так что будем месить, еще воды достать бы. Сейчас я добавлю еще, у меня есть тут прокормка одна. Вот такого еще подсыплю. Великий лящ. Флагманский такой. На этом хватит, наверное. Так, фидера позакидывали свитой. Будем ждать. Поклевок. Рыба только что плескалась здесь. Такая хорошая, что-то выскочила. Вита, за кофейком. Сегодня стол взяли. Погодка вроде ничего. Будет тепло, я так думаю. Но это я так думаю. Там посмотрим. Главное, чтобы без дождя. О, спасибо. Всех с пробуждением. Кофе на рассвете, это что-то. О, горячее. Горячее, конечно. Кофе не компот, холодный. Компот. А компот, да? А видишь, ветер чуть поднялся, да, и стих. Ну так, порывистый. Нет, вот один раз оно подуло, и все, и сейчас вроде стих. А может еще подует. Ну, я же такой. Видел он опять рыба. Минут 40 уже сидим с Витулей, пока ни одной поклевочки не было. Приехали мы на утренний клев, да? Угу. Ты замерзла? Так нет, так прикрылась. Мы с Витой были здесь
это дня 4 назад, наверное, кто видел видео, стояла машина здесь, закопался в песок, не может выехать. Ну, носом клюнуло так вперед, вон она стоит. И это уже прошло 4 дня. Не хочет забирать хозяин ее что-то. Может, не нужна уже ему. Так, что-то уже и кушать хочется. Вита, ты кушать не хочешь? Не? Да я что-то хочу. Давай что-то. Что-то сделаем? Давай. Пока вроде с клевом тихо, можно перехватиться, да? Ага, клин журавлей. Красавцы. Что ты говоришь? Батюшку понятку. Ага. Холодное все. Вот такую и... печечку купили с Витой. Нормально сейчас. Витуля приготовит. Пельмешиков сейчас нажарим. Не могу яичницу теперь мешать. Я яйцам. Яичница? Да, на сале. Ну уже все, уже пельмени. Ну уже пельмешки жаль, да. Яичницу потом пожарим, да? Да. Мы чуть-чуть пельмени, да? Угу. Нам хватит. Тогда с утра позавтракать. Ты жареные любишь? Я люблю, да. Сначала пельмени, чтобы они не растаяли. Ну хоть и растают, все равно пожарим, съедим целый. Ну, я же говорю, долго не будем их держать. Ну да. Я замерзла. Замерзла? Видишь, а я еще вчера собирал все в гараже. Фидера, все. Я ж тярил, да? Куртки я не беру. Ну, на улице. Так, а что же оно не клюет ничего, да? Ну, я не хочу спрашивать идти у мужиков у тех. То что-то и никто не туда. Да, ну может далеко, то и не слышно. Не, хотя те разы мы слышали, да? Да. И колокольчики звенели у них там. Ну может не у этих, у других. О. Горобцы начинают слетаться. Женя, нож, дай у тебя же нож. Нож вот тут в сумке сбоку. Вот там, смотри. Ой, красота. Печка на природе хорошо, да? Конечно. Получилось? Шкварчат. Угу. Да, ну-ка. Ой-ой-ой. Ай, пахнет. Солнышко встает потихоньку. Природа просыпается. Птички распились. Вкусно будет, да? Попробуй.
Кофеёк принесу. Ага. Это тебе. Спасибо. А то тебе, да? А то мне. Сейчас я сюда водички налью, чтобы сковородку помыть. Просвежаются люди. Все, приятного аппетита всем. Всем приятно. Банда выплыла кормиться. Уже неспокойные, да? Mm-hmm. Солнышко выходит, пригревает уже, да? Да, уже тепло. Спинку греет уже хорошо. Только рыба не клюет. Только рыба не клюет, да. Что-то как с вечерним клювом. Ничего, зато посидим, отдохнем. Поймаем, хорошо, не поймаем. Ничего страшного. Еще раз поймаем, приедем. Приедем на следующий раз приедем. Еще времени много. А ну почитай, что ты там вычитала по клеву. Что там написано? Ну, в июле плоховато рыба клюет. После нереста, да? Угу. Самый благоприятный месяц – это август. О. Так что до августа ездить не будем? Так, ну, мы в том году и в июле ездили. Ну да. Клев был хороший. Просто перепады, наверное. А ну-ка, жара такая была. Сейчас чуть-чуть температура спала. Может, это из-за этого. Может, из-за этого, да. И вода ушла. А как нам говорили местные рыбаки, если вода уходит, то с клевом похуже. Не то, что похуже, а у нас его вообще сегодня нету. Так хоть бы дернулся наконечник на удочке. Ну да, ни одной поклевки. Уже мы почти 2 часа. Будем ждать дальше. Время у нас есть. Что-то не клюет ничего. Пойду пройдусь, я узнаю у мужичков тут. Может, у них что-то клевало. Машины стоят. Одна, вторая, вон, третья. Люди есть. А с утра и лодки тут качали, машины оставляют. Лодки на лодках на остров или куда они там, по заливам где-то, кто куда, в общем, разъезжаются. Вот тут место есть, никого нету там. Пройдем. Вон чипалатка чешут. Палатка. А, кто-то с ночевочкой, наверное, был. Обошел места. Рыбаков много. Все места занятые. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. 7 мест везде сидят. И с ночевкой приехали. И палатки тут у них, и туалеты. Биотуалеты с собой. И Запорожье, и Харьков машины. Ну, в общем, переселенцы. Можно так сказать. Ну и местные есть, да. Полтавские. Полтавчане. По клёву, хочу сказать.
Ни у кого ничего. Ни ночью сидели, вот харьковские ночью с ночевкой. Ничего не клевало, ни сомик, ничего. Ну, в общем, клева нету. Как такового, слабенько. Что-то там проклюнуло, а в основном ничего нету. Вита, у тебя что-то клюнуло? Нет, у меня клюва. У тебя что? У меня клева нет. У Виты тоже клева нет, говорит. А что там может? Ничего, прошел я 7 мест занято. Попусти. Да. И харьковские сидят. Да, и Запорожье номера, смотрю, и местные полтавчане. И что там? Ничего, и с ночевкой, вот харьковские с ночевкой, ничего. Вообще ничего? Как так? Ну, вот так вот. А где же она подевалась? Не знаю. И там еще запорожские номера, смотрю, машина. У них там и палатка, и биотуалет, и раскладушечки. Наверное, ну, общем, не один день, да? Не там, день. Может, и не один день, да. Не знаю, я не спрашивал, сколько дней они там. Не узнавал, не интересовался. Ну, тоже ничего. У одного даже садок, вот длинные садки такие, угу, на камыше разложенный лежит. Сохнет. Да. Садок, а садок сухой, в общем. А ну, мы... На этом месте у нас такого никогда не было, чтобы мы уезжали без, да, рыбы. Вот когда на вечернюю приезжали, мы уехали без рыбы, и сейчас. Люди с ночевкой, и нету клёва, нету рыбы. А мы с тобой приехали, за 2 часа хотим уже наловить, да? Оказывается, видишь, ничего нету ни у кого. Ну, ничего, будем ждать. Ну, будем ждать, конечно, что. Ну, еще 4 часа. Да, спасибо. Часов хоть до 12, да? Угу. Все, будем сидеть дальше, ждать клёву. Вита, твой прогноз на клев рыбы сегодняшний? Я даже не знаю, что сказать. Не знаю. Я просто в шоке. Как это мы еще уже сколько сидим, не вытащили еще ни одной рыбки. Это точно. Не то, что не вытащили, а даже и не клюет. Даже и не дзёбает. Ладно. Ты вытягиваешь, и все опарыши на месте, да, висят? Ну да, прикормку вымывает, опарыш все на месте. В чем дело? В чем дело, может, кто скажет? Не, ну тебе в комментариях тоже писали, что сидели, ну, тоже где-то на ставках. Вообще тоже не одной поклевки. Ну, ставок ставком, а Днепр Днепр. Ставок, оно ж вода стоячая там, а Днепр же ж проточная. В Днепре, да, знакомый тоже парень. Выезжал на Днепр, ловил тоже, говорит, клева нету никакого. Хотя вот другие показывают видео, да, есть на Днепре. Ну, может, другие какие-то. Ну, я тогда области. Не знаю. Может, я не знаю тогда. Шо, ну, это всегда с рыбой, да? Всегда с рыбой тут, да. А это вообще. Будем ждать дальше. Да, он тебя клюет. Да ничего, оно не клюет. То уточки задели, вот то и весь клюв был. Утиный клюв, да? Угу. Рыбного нет. Началась тренировка у молодежи. Любит, да? Нет, вот это вот может быть там пакет попадает иногда, и рыбы тут нет. Ты ж была раньше, да? Ну раньше же, да, они постоянно тут, да? И клёв был, и все. Я читала, что они не любят такие. Ну он-то далеко. Ну, все равно оно что, по воде расходится, да? По любви.
расходится запах. Ага. А вон какие, целая компания там. Стартанули. А что ты хочешь это? Нажаришь яичницу? Да, рыбацкую тебе яичницу. Рыбацкую яичницу? А это что такое за рыбацкая яичница? Да? На сальце. На сальце? Ой, давай. Рыба не клюет, будем мы есть тогда. Вкусно будет. Попробуй. Да? О, шкварчит уже сальцо. Ножик нормальный? Да. Вот пчелка привязалась. К луку, да? Оса, оса. Она начала резать, она к салу. Я смотрю, смотрю. А то рыбу пропустишь. Не пропущу. Чего мы раньше не брали печку, да? Я не знаю. Сухомятку. А рыбак, он пришел, груши трусит. Груши трусит. Она, я пробовала, она такая, ну как кислая, горьковатая. Никудышняя, да? Она еще зеленая. Хотя Вита очень большой любитель груш. Ну, я их обожаю. Это, наверное, мой самый любимый фрукт. Ну, они зеленые. Выжаривается? Да. На рыбалке само то, да? Да, конечно. А если бы еще с ночевочкой? А? Когда? Нет. Когда? Когда, Вита? Когда? Скоро. Скоро. Ритика возьмем с собой? Конечно. Детвору проводим, мы поедем. Чуть-чуть неровно, да? Ну, ладно. Это природа, что ты хочешь. Так, салатик тебе делается, огурчика с помидорчика. Попучим масло. Давай чуть-чуть. Сделаем. Ну, я мне один еще помидор надо будет. Я что-то не рассчитала, мало взяла. Ну, тогда не делай. Нет, хватит. Сделаем. Ну, половинку помидора на салатик, да? Да. А половиночку. Хватит. Да? А ты что, не слышишь? А ветер в другую сторону от меня. Сало домашнее. Вкуснейшее. Thank you.
получается. Ты наблюдаешь за рыбой и за мной. И за тобой, и за рыбой. Я как рак, один глаз сюда у меня, второй туда. Мусор забираем, выбрасываем. А что, нос зачесался у тебя, да? Нет. Не? Ну что, колоти яйца. Забыли хлеб. Представляешь? Никогда такого не было. Будешь печенье. Хорошо. Вкуснятинка, да? Бац. Опа. Что? Да ну, все выкусишь. Ну ничего, пусть будет. Ну как он будет? На зубах, чтобы потом включать. Это кальций. Да? Да. Пять яиц аж было. Пять? Да. Чтоб уже наесться, так наесться. Ты уже наелся, да, на природе так наелся. Солька, вот она. Ну ничего, нормально, и так ты что, вкусно будет. Мешать будешь? Подожди. Какие дожди? Стоят глухо фидера. Ой. Все, так, сейчас салатик. Маленькую вот эту. Настрогаю. Что там? Нормально поджарилась? Нормально. Ну я же тебя спрашиваю, нормально тебе уже все? Да ну да. Вот. Поджарилась, да? Вот это яешня. Вот это яешня. Рыбатька. Да. Еще перчика. Ну в следующий раз я тебе повкуснее сделаю. Возьму, у меня
Ты же сказал, что ты печку будешь брать. Ну да. Я по зелени и перчик как взяла. Нормально и так. Нормально. Так, можешь выключать же печку. Что, я выключаю, да? Да, выключаю. Все. Чик. 5 минут. Ням-ням, готово. Салатик с твоим пахучим любимым маслом. Салаты только я с пахучим маслом. По-другому нет. Даже с майонезом. Ни с майонезом, ни с чем. Пахучее масло и все. Это овощи. Так как видишь, салаты с майонезом. Давай, бо я уже, у меня аж этот разыгрался. Ай, аппетит. Чего? Став. Сейчас, подожди. Сковородку на досточку, наверное, да? Понятно, конечно. Что, будем со сковородки, да? Да. Оно ж так вкуснее со сковородки. Да, да, да. Со сковородки вкуснее. Все, ты выключил, да? Да. Ну як? Бомбический будет. Ладно. У нас завтрак. То это у нас уже второй завтрак. Ну, второй завтрак, да. Первый. Салатик тебе. Был в пельмешке, а это вот такой у нас будет. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Ну, пробуй. Рыбацкую. Да, ты спробуй. А я пробую. Да. Я-то люблю такую. Рыбацкая яешня. Сейчас попробуем. Класс? Да. Ты что, на природе тем более. Вкуснятина вообще, да? С салатиком. Бери. Ну что, Вита? Будем, наверное, мы собираться домой. Время уже к 11. Ни одной поклевки не было. А начали ловить мы где-то с 5, да? Где-то с 5 начали ловить, ни одной поклевки нету. И не хочется сидеть даже. Прикормку я, наверное, в пакет высыплю всю. И в морозилку. Она не пропадет, тогда будет. Ну, достанешь, потом будет она нормальная. Что хочу я сказать еще? Всем большой привет всему Донбассу. Держимся, ребята. Я думаю, что будет все хорошо еще у нас. Дома, конечно, было лучше. Но дай бог будет, кто куда разъехался, чтобы было у всех все хорошо. С вами надолго мы не прощаемся. До новых встреч. Всем мира, добра. Пока-пока. Пока. Всем пока.